А в Америке светлый праздник Рождества Христова для православных христиан не является государственным выходным днем. Но это не помешало огромному количеству православных мирян собраться в храмах для того, чтобы помолиться и разделить с близкими радость от пришествия в мир Спасителя. В Свято-Николаевском соборе Нью-Йорка управляющий патриаршими приходами в США архиепископ Нарафаминский Юстиниан в течение 6-7 января совершил 5 богослужений для своей паствы. Христос, Спаситель, как Сын Божий воплотился на земле для того, чтобы соделать собою наше с вами спасение. Ибо сами бы люди не в состоянии были бы это сделать. С помощью Божией православные прихожане в Америке совершают свой маленький подвиг, проводя рождественскую ночь в храме перед тяжелым трудовым понедельником. Ведь ничего не останавливает настоящего христианина, когда он стремится вославить Господа, пришедшего в мир ради нашего спасения. Духовенство Свято-Николаевского собора идет навстречу православным жителям Нью-Йорка, составляя удобное для работающих людей расписание богослужений 7 января. Владыка призывает мирян принять эстафету радости и торжества у тех американцев, кто встретил этот праздник 2 неделями ранее, по григорианскому календарю. Ведь у каждого народа есть свои традиции. После литургии своды трапезной главного собора патриарших приходов США наполняют детские голоса, исполняющие украинские колядки. К рождественской вечерне людей в храме собирается не меньше, чем на воскресную литургию. Кажется, что народ со временем только прибывает, а особенно радует, что приходят на службу дети. Сохранив семейные традиции Рождества, они в уже более зрелом возрасте серьезнее подойдут к изучению Священного Писания. Нужно войти в рассуждение, в контекст исторический, в контекст религиозный, в котором писалась эта книга. И если будет у нас серьезное отношение, то все нам станет ясным и понятным.